Привет, друзья! А вы знали, что часы – один из немногих маркеров статусности мужчины? И многие покупают их не чтобы быть в курсе, который сейчас час, а чтобы произвести впечатление на окружающих своими часами, которые имеют необычный дизайн или необычные функции. Поэтому на этот раз мы приготовили для вас топ-5 классных часов в ценовом диапазоне от 250 до 650 рублей. И каждый из них будет желанным подарком для любого мужчины. Хотя есть экземпляры, которые порадуют и прекрасную половину нашего канала. Кстати, хочешь получить данные часы? Тогда оставайся с нами, и в конце видео мы запустим конкурс, где разыграем все сегодняшние товары. На пятое место мы поставили кварцевые часы от компании Dubo. Часы имеют довольно простой и незамысловатый дизайн, но этим они и хороши. Своим минимализмом они передают некую утонченность и, может быть, даже некую брутальность. Дополнительные функции данных часов – это возможность установки даты. Ну и самое главное, цена этих часов находится в районе 450 рублей. Четвертое место в нашем топе заняли часы с довольно оригинальным дизайном, где циферблат уменьшен и помещен в центре, а стрелки наоборот снаружи этого циферблата. По нашему мнению, данные часы универсальны и подойдут как мужскому, так и женскому контингенту. Так что, купив часы себе, вы можете спокойно приобрести их своей половинке. Но открывают нашу тройку часы марки Пайду. Данный экземпляр интересен своим нестандартным дизайном. Они не имеют полноценного циферблата, а фокусируют свое внимание на конкретном моменте времени с помощью стрелочки, находящейся с правой стороны. А белая расцветка цифр и букв на одном черном фоне смотрится в одно время очень минималистично, но также довольно богато и приятно. А выпуклость стекла придает некий 3D-эффект. Что же касается самих часов, то их ремешок изготовлен из нержавеющей стали. Как по мне, это неоднозначное решение. Многим оно придется по вкусу, а многим нет. Но цена этих часов составила в районе 350 рублей. Забудьте, что я говорил вам раньше про нестандартный и уникальный дизайн. Второе место в нашем топе заняли часы с действительно необычным дизайном. Создатели этих часов точно знают толк в привлекательном минимализме. Мне данные часы очень понравились своим необычным стилем. По циферблатам находятся светодиоды, и в режиме ожидания данные часы выглядят как просто привлекательный аксессуар. Но стоит вам только нажать на дисплей, как свет из светодиодов заполнит определенное отверстие и покажет вам, который час. Сами же часы, по заверениям производителя, спокойно прослужат вам год, если в течение дня вы будете осуществлять около 15 нажатий, для того, чтобы узнать, который сейчас час. Ну а когда светодиоды начнут тускнеть, то вы спокойно можете заменить батарейку, которая стоит сущие копейки. Ах да, цена данных часов колеблется в районе 500 рублей, и это при том, что они упакованы в достойную коробку с подушечкой для часов, которую можно без зазрения совести кому-нибудь подарить. Ну и наконец мы подошли к первому месту нашего топа. Данные часы смотрятся очень брутально и вызывающе, и этот аксессуар действительно украсит ваш образ, сделав его еще более статусным. Помимо основного циферблата имеются три более маленьких, но в данном случае они сделаны лишь для украшения, их стрелки статичны и неподвижны. В связи с этим два дополнительных регулятора сбоку на самом деле ничего не регулируют и вовсе не крутятся. Это обманка, также сделанная для красоты. В этих часах, так же как и у пятого места, можно задавать дату, что очень удобно. А ремешок сделан из качественного материала, и за время носки на нем не появилось полосы от изгибов или пережимов. Но самое главное преимущество этого товара заключается в том, что его стоимость находится в районе 500 рублей, и это действительно приятно удивляет. Так что, кто хочет сделать подарок своему знакомому, имейте в виду, к этим часам можно приобрести роскошную коробочку с подушечкой. Часы в ней смотрятся просто шикарно. Ну что ж, настало время для самого приятного. Условия конкурса предельно просты. Вам всего лишь необходимо быть подписаны на наш канал, поставить лайкусик этому видео, написать какой-нибудь приятный комментарий, ну и заполнить простую форму. Ссылку на форму ищите в описании под этим видео. Ну а мы в четверг, 1 июня, с помощью рандома выберем 5 победителей, где первое место будут выбирать часы из 5 моделей, второе место из 4, ну и так далее. Ах да, есть еще один нюанс. Если у вас скрыто в вашем аккаунте, какие видео вы лайкнули, то, к сожалению, вы не сможете победить. Так как лайкнули вы наше видео или нет, мы не сможем увидеть. Так что откройте на время конкурса ваш плейлист понравившихся видео и ваши подписки. Ну а вы были на канале In The Box, и удачных вам покупок!